Сегодня мы учимся определять пол у котят. Так, смотрим этого котеночка. У него между влагалищем и анусом нет расстояния большого. То есть мы можем нарисовать вот такую вот восьмерочку. Если восьмерочка рисуется без промежутка, это значит девочка. Теперь смотрим другого котеночка. Опять же, замеряем расстояние между анусом и половым органом. Вот у нас анус, и вот здесь у нас половой орган. Восьмерочка у нас не получается. Восьмерочка не получается, потому что расстояние большое. Это у нас мальчик.